Всем привет, меня зовут Даник. Мы сейчас будем открывать киндеры, которые Даник получил... Под елкой. Которые ты получил от Деда Мороза, да? Да, а это новые киндеры Джой тачки. Ну-ка покажи. Новые киндер Джой с тачками внутри. Сейчас мы тоже будем их открывать и смотреть. Тут Даник наменялся этими яйцами с сюрпризом. У него оказалось 3 таких какой-то фирмы Дель Конте Сюрпрайз. Интересно, что? Что там за игрушки? И еще 2 спайдермена. Вперед! Открывать? Да. Спайдермен. Ух ты, как профессионально ты их открываешь. Опа! Вау. Что это? Букашка-таракашка попалась. Ой, а это не букашка-таракашка. Даня, кто это? Не знаю. Кто это? Не знаю. Какой-то дядька в зеленом костюме и желтой маске. С какими-то веревочками на голове. Давай дальше. Ух ты, прозрачное яйцо. Какая-то стрелялка-запускалка. Угу. С наклейкой? Есть наклейка? Так, эту штуку нужно присоединить тут. Оп. Оп. И нужно наклейку сверху наклеить. Держи. Вот эти вот запускалки разных цветов. Ну, с разными картинками, короче. Ну, как она работает? Так? Ой! Ой! Улетела. О, еще один прозрачный. А что здесь? Ой! Что-то тут полно деталей. Да. Так. Здесь у нас космический летательный аппарат. Щелк. Что это? Не знаю, какие-то боковины. Вот он, летательный аппарат. Какое следующее? Дель Конте или Спайдермен? Дель Конте. Давай. Еще одно прозрачное яйцо. О, молодец, получилось. Там машина нам попалась. Данику попалась машина. Кто не знает, какие. Опа, щелк. И щелк. Ух ты. А это что? Красивенькая, сверху корпус одевается. А ног... это от колес. Ага. Синяя машинка. Бип-бип. Остался последний Спайдермен. Интересно. Что? Да. Открываем. Ей, новая резинка. О! Новая вот, резинка. Да. Новая резинка как раз Данику сейчас пригодилась. Ты с кем-то поменялся, да? Нет, я с кем не менялся, она просто закончилась. Закончилась? Стирал много просто. Там какой-то монстр нарисован. С клешнями. Теперь очередь тачек. Да. Скотч. Опа. Засада. Может, нет. Цель.
Ух ты! И самое интересное, не понять, что там внутри. Они все выглядят одинаково. Правда, Дань? Это может быть абсолютно другая серия какая-то. А выглядят все одинаково. Что же так? Шоколадка. Это ничего, это там. Что это такое? Так, нам попалась не тачка. А что нам попалось? Какие-то рамки. Будем соединять. Игра. Не знаю, тут дождь, ветер, солнце, тучи. Так, играешь друг напротив друга. Не знаю, у меня тучи, а у меня солнце. Кто круче? Ну что, нам попадется сегодня тачка? Не знаю. Я думаю, что попадется. Открываем дальше? Кто круче, солнце или дождь? Или тучи, да. Ну, открываем дальше. Ох ты. Тоже, ну, что там? Тоже не машинка. Тоже не тачка. Что это такое? Какой-то набор. Что это набор? Нам не знаю, сейчас посмотрим, для чего нужен этот набор. Это пальчиковая рыбалка, Даник. Держи, будем собирать. А это то, что можно поймать. Корону, ракушку, колесо помятое. Ботинка не хватает. О, получилось. Даник поймал ракушку. Если попадется еще одна такая удочка, будем рыбачить. Да, Даник? И у нас остался последний Kinder Joy. Пожалуйста, будь там тачка. Держи. Ура! Божечка. Ура! Нам повезло! Какой красивый молния Маккуин нам попался. Осталось наклеить на него наклейки. Держи. Уи! Вот мне интересно, кто входит в эту коллекцию? Док Хадсон входит, Молния Маккуин, Мэттер. Тут нет... Тут нет полного списка машинок. Какой красивый Молния Маккуин. Если вам понравилось видео, смело ставьте лайк. Пока-пока. Подписывайтесь на мой канал. Пока.